Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня коррекция гелевых ногтей. Все отлично относилось, можно сказать, идеально. Всегда глаз радуется, когда такие ручки возвращаются. Это моя работа, видео есть на канале, кто не видел, ссылка будет в описании. Старыми кусачками убираю стразы. Очень не люблю это делать. Конечно, здорово, что все камни на месте, но отколупывать их не слишком забавное занятие. Снимаю старый материал и убираю длину. Пилочкой меняю форму, долго думали, квадрат или миндаль, миндаль или квадрат. Но это же всего лишь ногти, в любой момент можно все изменить, поэтому решили не повторяться. Счесываю пилкой углы примерно от середины свободного края. А теперь от точек в рост выглаживаю боковушки, убираю углы и закругляю торец. Прохожу пилкой по поверхности, убираю естественный глянец с отросшей части натурального ногтя. Пушером отодвигаю кутикулу. Фрезой пламя вычищаю с левой стороны. Скорость 17 000 оборотов. Не забывайте оттягивать кожу клиента, чтобы видеть, что и где еще нужно дочистить. И также не забывайте убирать пыль, чтобы не перепутать ее с птеригием. На реверсе прочищаю с правой стороны, скорость та же. Твизерами срезаю кутикулу. Шлифую шаром, убираю мелкие заусенчики. Шаром работаю в режиме форвард, скорость 6000 оборотов. Убираю пыль. Раньше эти ручки возвращались ко мне постоянно с отслойками со стороны кутикулы. Девочки в комментариях указали мне на эту ошибку, мол, что ты делаешь, из раза в раз отслойки, а ты ничего не меняешь. А ведь действительно это так, я тогда подумала, блин, и правда, из раза в раз одно и то же, а я ничего не меняю. Я перешла на кислотный праймер на этих руках, и проблема с отслойками осталась в прошлом. Наношу кислотный праймер от Cosmoprofi. Его трудно перепутать, только у него очень яркая кислотная розовая кисть. Очередь базы. Наношу грунтовочный слой на все ногти.
Даже если укрепление будете выполнять однофазным гелем, все же лучше нанести первым слоем тонко базу, так как именно база лучше всех материалов проникает в приподнятые чешуйки и создает наилучшее сцепление с ногтем. Именно для этого я всегда снимаю глянец с отросшей части натурального ногтя, так как пилка приподнимает чешуйки ногтя, а баф всего лишь шлифует. Укреплять буду гелем от Космопрофи оттенок Light. Не устану повторять, что очень нравится гель от Космопрофи, люблю их камуфлирующие красивые оттенки, их удобную консистенцию. Гель отлично самовыравнивается, не затекает. Но стоит обратить внимание, что в лампе некоторым клиентам печет, не всем, но, видать, тем, у кого более чувствительная ногтевая пластина, тем горячо. Переворачиваю палец ногтем вниз, чтобы гель стекся в правильную форму. Вот такая красота получилась. Обожаю камуфляж. Ногти волшебные получаются, какие-то неземные. И вторая ручка. Выпиливаю натуральный ноготь. Пилочкой поправляю торец, а так поверхность сегодня решила не трогать, по-моему, все и так очень красиво и ровно получилось. Убираю пыль. Цвет от Космопрофи. Второй слой. На некоторых ногтях будет градиент. Из этого розового будет переход в белый. Второй слой уже нанесла розовый и белый, кистью гребешок делаю плавный переход. Перекрываю все ногти Глосс-Топом Плюс от Космопрофи. Клиентка захотела жемчужную втирку. У меня вот такой вот набор. Это все жемчужные втирки, только с разными оттенками. Мы, конечно же, возьмем с розовым. Этот набор с AliExpress, кому интересно, ссылка будет в описании. Я уже прикрыла ногти топом, этот топ без липкого слоя. Просушила и на топ без липкого слоя наношу втирку. Получаются очень красивые жемчужные ногти. Этого набора жемчужных втирок хватит до пенсии, наверное.
пилкой убираю пигмент с торцов. Мягкой кистью убираю лишнее. Перекрываю все ногти тем же топом. В топ подмешиваю белый гель-лак. Рисую одуванчик. По кругу нанесла цвет и растушевываю к центру. Блестки здесь разных размеров. Есть шестигранники, квадратики поменьше и блестящая пыль. Брала также на AliExpress, ссылка будет в описании. Нанесла топ по кругу и кое-где добавляю блестящую пыль. На структурирующий прозрачный гель креплю стразы. Стразы также с AliExpress, ссылка будет в описании. Стразы супер. В начале видео я их оттирала, только другого оттенка. Сейчас клиентка захотела розовенький. Кстати, это хамелеон, переливается с желтого в розовый. Палец уехал, в общем, выставляю стразы. Поправляю. Перекрываю топом, обходя камни. Белой гель-краской без липкого слоя добавляю стебелек и тоненькие ворсинки. Ну вот, работа готова. Время выполнения будет в описании под видео. Ссылка на официальный сайт Космопрофит также будет в описании. И подписывайтесь на их соцсети, чтобы узнавать о акциях, скидках и распродажах. Ссылки также в описании. Если вам понравилось видео, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео с красивыми пошаговыми дизайнами. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать их. А на сегодня у меня все. Всего доброго, хорошего дня!